Движение автотранспорта из года в год становится все интенсивнее, а междугородний транспорт очень сильно загружает наш город. Какой выход можно найти из сложившейся ситуации? Сегодня глава города Чебоксары провел рабочее совещание по этому вопросу. Проблема автомобильных пробок в наши дни актуальна как никогда. С каждым годом их становится все больше, а передвигаться по городу труднее. Поэтому решение транспортной проблемы – одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями. Мы придем к тому, что действительно надо будет разгружать город. И один из вариантов, и здесь мы должны сейчас многое делать, и расширяется проезжая часть, и дополнительно карманы вводятся в городе, но, конечно, этого мало. Помимо пробок, на совещании были затронуты вопросы возможного строительства новых автостанций, которые будут обслуживать пригород. До конца года мы планируем разыграть в рамках открытых конкурсов все маршруты пригородные. И то есть вот уже конкурсная документация, она предусматривает четкое определение, какой подвижной состав будет использоваться. И в связи с этим вот срок предполагается такой, до конца года. Также обсуждали и междугородние маршруты, проходящие через город Чебоксары. Кстати, через столицу проходят 28 таких маршрутов. Для сравнения стоит заметить, что городских лишь 31. Мы должны вот здесь, с одной стороны, создавать условия, чтобы автостоянки с архитектурой здесь надо отрабатывать. Управление ЖКХ и благоустройства, ваши предложения должны быть в плане того, что где мы дополнительно можем предоставить земельные участки, чтобы там, ну, пригородных мини-автостанций. На совещании решили подготовить предложение по строительству стоянок и многоуровневых парковок. А главам районов поручили решить вопросы по парковке на каждом предприятии. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.